Теперь, значит, для чего я делаю некошерный этот шин, чтобы знать, куда мне вести кожу. Я теперь его здесь. Обозначиваю его. Ручкой обводите, да? Да. Почему я сказал, зачем кушать тфилин? Потому что, может быть, синий есть мнение, по которому синий цвет тоже кошерный для тфилина. Ага, да? И если я потом его не сотру, и у меня кусочек останется, то ничего страшного, он будет все равно решил кушать тфилин. Как интересно. Как интересно, так экзотичный синий тфилин. Потому что по закону Шулхан Аруха тфилин может быть даже белый. Но, белый? Так да. Говорят, потому что они именно черные? Черные. Почему? Потому что Гаон Мивильна, Бен Ишхай, они считают, что это тоже Аллаха Моше Мисинай, что он должен быть черный. По Шулхан Аруху не обязательно, что он должен быть черный. Но это только ной, это только красота для тфилина. Но если он белый, ничего страшного. Гаон Мивильна так не считает. Гаон Мивильна говорит, если он будет белый, он будет некошерный. У нас спор поским. Сейчас ни у кого нету белых тфилин. Никто не. Мы видим, что такое сила мнения одного великого мудреца. На весь еврейский народ, так сказать, как да, по Шулхан Аруху тоже это ной, и мы хотим делать красивое мицво. Поэтому тоже делаем черный. А, ной это красота, да. Ага. Теперь мы сделали это, значит, я обозначил, где у меня должен быть шин. Сейчас я всю процедуру, я его хочу вдавить обратно. Поэтому я повторю ту же процедуру, только обратной стороной, и вдавлю это вовнутрь. А, то есть это шин вы сейчас и уберете, я что вы там не кошерный сделали. Потому что он не кошерный, да. Да, да, да. То есть вы сейчас просто сделаете, повернете вот эти формочки обратной стороной, на которых ничего нет. Вот посмотрите. Раз, два. Я тут опять скажу, зачем кушать тфилин, потому что каждый раз, когда я зажимаю, у меня поправляется квадрат. И чтобы это не было само по себе, именно было бы это с кованой, то есть сознательно. Намеренно. Зачем кушать тфилин? Сейчас что у вас там должно остаться? Ничего, он должен быть как был до этого, что там ничего нет, кроме написанной вами. Да, ручкой, написанной контуром обведенная буква. Буква, да. Значит, теперь есть специальные инструменты, которые приготовлены для того, чтобы делать шин. Ага. Вот эти просто отвертки. Загнутые, так специально. Загнутые, специальной формы, удобные для того, чтобы делать шин. Сейчас посмотрим, как они. Так интересно. То есть, с одной стороны, вы используете вот эти вот формочки для того, чтобы сделать форму, а потом вы пишете это по-другому. Да. Хочется вам как-то помочь, если так. Да, да, да. Очень как-то быстро. Я понимаю такое. Да, очень. Желание, это чисто еврейское желание помочь другому еврею, когда он тяжело работает. Так, теперь мы перемещаемся сюда. Подождите, что у вас получилось? Да, что у нас получилось? Он совершенно внутри, тут уже ничего нет, но есть. Можно потрогать, что это ровненько, да? Вот это вот ровно, нету, формы не видно. Да, нету тут шин, этот вошел назад, но есть у меня только контур, где должен быть шин. Теперь я знаю, что я должен его туда вывести на эту линию, на эти линии, которые у меня есть.